Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусный, интересный, бюджетный и, конечно же, нашумевший салат, который готовят некоторые по 2-3 раза. Ну что, начинаем готовить? Погнали! Для этого салата понадобится капуста. Капуста у меня молодая. Беру 1/2 часть. И начинаем шинковать. Капусту отправляем в удобную миску. Также нам понадобится 2 огурчика. И нарезаем очень тонко. Также добавляем огурчик к капусте. Также нам понадобится натуральная кислинка. Я беру лимончик и выдавливаем сок. Немного, примерно чайная ложечка. Слегка салатик такой нужно присолить. Не сильно, потому что в конце у нас еще один интересный ингредиент. Слегка это все нужно перемешать. Пока капусточка пускает сок от лимонного сока, нарежем зеленого лучка. Добавляем лук. Ну и, конечно же, нам понадобится икра ментая. Это вместо майонеза, масла. Икрой ментая мы будем заправлять наш салатик. Добавляю 2 полные чайные ложки и хорошенечко перемешиваю. Выглядит салатик очень аппетитно. Сейчас попробуем, что у нас по вкусу получилось. Давненько я его хотел попробовать. Банка ментая у меня уже, наверное, с месяц лежит в холодильнике. Пробуем. Своеобразный интересный вкус. Ярко выраженной икры. Но очень вкусно, друзья. Хруст просто шикарный. Молодая капусточка. Свежий огурчик прям с огорода. Супер. Попробуйте. В общем, салатик от Васи. Мне очень понравился. Обязательно приготовьте, попробуйте. Это что-то очень новенькое и интересное. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся, делимся с друзьями. Конечно же, комментируем. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.